21.00. You're listening to Internet Radio Funtank FM. Вы слушаете интернет-радиостанцию Фонтанка FM. У нас в студии появляются чередники. Это значит волшебный, нетериадный. Игорь Чередник, также Владислав Ярослав Альгердович Глебович. Это один человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Добрый вечер. Здравствуйте. Раз мы чередники, тогда Владислав Ярослав Альбертович Глебович чередник. Чей-то я Альбертович. Чего это так, Альбертович? Альгердович, но я говорил. Ты не можешь выговаривать это имя. Как так? Владислав Ярослав Альгердович Глебович. Да я хотел именно подчеркнуть, что раз двойное отчество, и раз мы чередники, пусть и двойная фамилия будет. Ну, это вы там родственные связи сами определяете. Определим. Что касается программы, то пора. Начинается. Ну, хорошо. Влад говорит, я первый. Будем, так и будет. Так-то мы и быть. Друзья мои, продолжаем нашу линию на хорошую музыку. У нас вот волшебный нетерядный, клубочек наш катился, выкатился в такой безбрежный океан под названием «Хорошая музыка». Я вот эту затею, как бы свою премудрую, все как-то так придерживался, а потом думаю, что, собственно говоря, есть же ведь такая история, как вот докатился он до какого-то своего логического, не завершения, до какого-то этапа, наш клубочек, связанный с нитью Ариадной, вот, и попал в вселенную под названием «Хорошая музыка». Пока эта, так сказать, вселенная будет неисчерпаема, вот он там и будет у нас сидеть, наш клубочек. Да все равно же оно взаимосвязано. Ну да, безусловно, все взаимосвязано. Нишища огромная, которой мы черпаем наше вдохновение, нашу музыку, наше вот это вот настоящее искусство, вот оно все между собой, конечно же, взаимосвязано. Итак, сегодня новый, третий по счету альбом. Вот, он вышел неделю, может, две назад? Нет, официальный релиз 9 марта. Он еще и не вышел, да. Нет, то есть, вчера. Вчера он вышел. А мы его тут же прям хопа. И, пожалуйста, берите и потребляйте. Вот, третий альбом замечательного совершенно человека. Голос The Flower Kings, Хасе Фрёбек. Ну, когда его представляют, вот так говорят. Хасе Фрёбек. Вот так вот его обзывает Роин Столт обычно. Хасе Фрёбек. Вот. А по-английски это Хасе Фрёберг. Ну, не по-английски, вот латинскими буквами по-русски. Вот. И его музыкальные компаньоны, наверное, так, или компания музыкальная. Вот. А альбом этот у нас называется... Ой, а где же надо... А вот, вот он называется у нас... Потом скажу. А песня первая обалденная совершенно. Музыка хорошая, прекрасная, замечательная. Расскажу позже. А сейчас прям начнем с первой песни «Can't Stop the Clock». 7 минут 22 секунды. Takes off in England, fabric view.
Фонтанка FM, продолжаем. Да, я вдогонку хочу сказать, что я тут не написал толком, вернее, когда готовился, не выяснил толком, как альбом называется. Очень мне хотелось его скорее. Вот. А он, оказывается, так и называется. Хасе Фрёдберг and Musical Companion. И как бы музыкальная... Только аббревиатура. Да, там называется так. HFMC. Вот. То есть, так, как называется... Сам коллектив так и называется альбом. На мой взгляд, замечательный и великолепный. Будем дальше расслушивать и радоваться. А теперь Влад нас чем-нибудь сейчас будет убивать на Павел. Ну, убивать не знаю. Сегодня речь пойдет о английской группе Mabel Greer's Toy Shop. Уже убил название стрёмное. Почему? Это магазин игрушек Mabel Greer. Вот. Диск вышел в 2015 году, называется New Way of Life. Новый образ жизни. Образовали эту группу, организовали еще в 1966 году. Клайв Бейли, клавишные, гитара, бас, ну, основной его инструмент, гитара и вокал. И Роберт Хагер, барабанщик, в 66 году. И это первая запись с 66 года этой группы. Ну, они там развалились в свое время. Вот, сохраним немножко интригу. Да, да. Смотри, Влад, это будет очень... Как Жеглов от меня прячет листочки. Нет, текста у меня нету, потому что я ничего не смог найти больше того, что знаю я. Ну, у тебя выписаны, наверное, музыканты. Ну, чуть-чуть. Вот, ты от меня их прячешь. Да, прячу. Интригу сохраним для всех. Если кто-то что-то уловит знакомое в музыке, не удивляйтесь, потому что это волшебные нити Ариадны, и музыканты играют здесь, которых... Многие хорошо знают. Песня называется «Electric Funeral», электронные электрические похороны. И звучит она 6 минут 46 секунд. Thank you.
Фонтанка FM, волшебно-нетериадная. Да, она самая
Ха-ха-ха, я все просек. А для вас, дорогие друзья, мы интригу посохраняем. Если кто тоже все просек, ну, пишите нам на чат. Вот. Влад притащил реально бомбу. Вот. Ну, бомбу, не бомбу, бомбу, бомбочку. Бомбочку, бомбочку. Не надо пугать людей по нынешним-то временам слово бомба. Просто пришел с хорошей музыкой. С хорошей музыкой. Да. Действительно, там люди термоядерные играют. Кстати, если так немножечко отвлечься, 66-й год, они уже, да? Нет, в 66-м году группа образовалась. Я понимаю. И не было, не сохранилось ни одной записи. Ну, давай прикинем, следующий год у нас 2016-й, 50 лет. Угу. А сколько ж людям-то самим-то? Ну, лет 18-20 начали, ну, семеро. Вот. А на самом деле, я, по-моему, догадываюсь, что даже вот, да, где-то так, 70 с копеечками. Так а рок-н-ролльщики, они же вечно молодыми. Так а по музыке-то это не слышно, вот что хорошо. Так я хочу сказать, что это только в рок-н-ролле такая. Это такие похороны были, кстати. Да. Электрические больше похороны. Больше нигде такого были. Нету, вот заметьте. Ни в одной профессии, только в рок-н-ролле. Ну вот Коля Гречушников у нас из группы «Кочевники Свояры». Вот. 46-го года рождения. 70 лет тоже вот и будет. А я хочу сказать, он фору даст очень даже многим, которым 40-то нет. Так что вот так вот, друзья мои, рок-н-ролл жив в каждом из нас, если мы способны его, как это сказать, аккумулировать, адаптировать. Я все время объясняла это, что басами пробивает, вот честно скажу. Я по-всякому думала, и потом я поняла, что басы качают. Ну, рок-н-ролл же это кочевая такая музыка. И, видимо, когда это происходило, там еще в самом начале, когда группа возникала, потом жила себе, они так накачались вот этой вот чем-то. По низкой частоте пробила. Нет, я серьезно, кстати, я шутки шутками. И что-то такое сделалось. Нет, ну я реально... Понимаешь, потому что ты все время входишь в зону звука. Я могу отвечать мощнейшего за барабаны. Ну, я знаю на 100 пудов совершенно, что во-первых, барабаны это... продлевают молодость. Нет, это... ну, ясен пень, потому что вот это все равно как 100-метровку выиграть в плавании, потому что ты же там еще физически трудишься 2,5 часа. Там самое главное эмоциональное. Эмоциональное. И это тоже. Вот самое главное происходит... Они еще прыгают, скачут. Вот. Так-то если. Не, ну, вспоминаем, как себя ведут рок-н-ролльщики. Я же не тихо сидишь, плюшки жуешь. Да, мы тут на радио жаги сейчас вот пирожком нас угостили. Спасибо, кстати, большое. Ну вот, а в принципе-то, как выходишь, там начинается жесткач. Нет, если, так сказать, жесткач к нему грамотно подходить, к жесткачу, то можно действительно реально сохраниться. Имею в виду, даже не в телесной оболочке, в приличной, а в духовном... Говоришь, нет наркотикам и алкоголю сейчас? Yes, sure. Это ясно, это понятно, это как бы даже не обсуждается. Вот, и просто не это самое, не унывать, не в унынии не прозябать, вот, несмотря ни на что. Вот и все. Раз, вот мне, например, открою вам, дорогие друзья, секрет, не знаю. По-моему, это ничего секретного, это мне нет. У меня есть такая тема, я купил себе давным-давно маленькую квартирку. Вот. И плачу за нее раз в 3 месяца прям 54 тысячи рублей. Прям нате вам. Вот. А плюс это я еще живу на съемном жилье и плачу там 20 тысяч. Вот. И прикидывайте как, да? Ну. А я не унываю. А раз вместо того, чтобы где денег взять, раз музычку. Пумс! И мне так легко. И стошечка и валится. Так вот. А я на базе, где тоже, как ты знаешь, все не просто без... Ну, в смысле, не буду говорить подробности, бог ты с ним. Повесила недавно велосипед с помощью своего друга-приятеля, датского герцога. Он приехал и повесил мне велосипед. Он... Ну, мы дружим, я... ну, вы знаете. Ну вот, и, короче, он повесил мне велосипед туда. Крюки вчера мы меняли. И я хочу сказать, что велик так классно висит. Вот ты придешь, чередник, ты увидишь. Потому что так входишь, и у тебя велосипед на потолке. Вот ты... еще одна. Стрида. Гормонайзер. Который снял и поехал. Понимаешь, в чем кайф-то? Еще одна положительная штука. Очень мне нравится на него смотреть, на этот велик. Так еще... Мне бы еще на нем бы покататься. Я думаю, что я не дам никому из музыкантов. Ну, вот третьего числа. Хотя нет, фру, я добрый человек, я всем разрешу. 3 апреля. Дай покататься, но... Вот, Жень, 3 апреля-то. День как рождения театра концерта велик, «Лампука». И ты 3-го? Да, я вот серьезно, 3-го и 4-го. И 3-го будешь отмечать с моим участием театра концерта «Лампука» день рождения, смотреть на велик. У тебя будет. Но это громко сказано, понимаешь, все-таки мастер-класс это скорее всего для Игорь, не, это правда. Узкого, ну, для узкого круга. Не-не-не, это для барабанщиков, это для барабанщиков. А ты кто? Ну, так я хочу популяризировать инструмент, я хочу, чтобы пришли все желающие. Нормально, все желающие придут. Вот, не те, которых только барабаны интересуют. В общем, если вы на барабанах никогда не играли, вы заиграете, речь об этом. Да, да, потому
что ко мне пришла недавно толпа. Ну, не толпа, а толпища. Ну, человек 20-30 пришло ко мне в клуб. Там тоже такое же аналогичное мероприятие проводил. Вот, и девушка-корреспондент, которая потом статью написала, сказала, что ей настолько понравилось, что она сразу, она пришла реально и стала заниматься у меня. Представляете, корреспондентка газеты. Вот, ей так понравилось. Сумасшедшая. Вот. Ну, я правду говорю. Ну, и нормально. Все, у меня много девушек занимается, кстати. Вот. Короче, мы отошли в сторону опять. Can't Stop the Clock называется следующее произведение. Напомню, Хасе Фрёберг. Нет, оно уже было. Оно уже было. Ах, правда? Извините, друзья, извините. Потому что тут... Да, да, сейчас будет... Без нас, ты делал, как бы вел бы передачу. Ну, ошибся очередной раз бы я бы, и все. Ничего особо страшно. Everything can't change. Вот как будет называться. Не can't, а can. Can, правильно, и тут я ошибся. Ну, вот. день такой. Прям, ну, я, если честно, спал мало. Нет, можно я скажу? Сейчас был этот Дмитрий Филиппов, который, подняв левую бровь, нам рассказывает про астрологию все время. Мы не верим никто в это, но он, поскольку каждый день про это тарахтит, волей-неволей, задумаешься. Я уже начинаю как бы прислушиваться. И он говорит, сейчас, говорит, все идем в сторону солнечного затмения. Я говорю, ну, и когда 20-е? Я говорю, ну, а потом-то нормально? Он говорит, нет. Потом будет между солнечным и лунным. Я говорю, вообще труба, что ли? Ну, ты просто и учти это, говорит он мне. То есть, чувак только что сказал, что впереди месяц непонятного вообще чего. Вы понимаете? Целый месяц. Я понимаю, денек, пару. Я говорю, Дим, так ты никогда не говоришь, когда хорошо-то будет. Ты все время говоришь, когда плохо. У тебя все время фигня какая-то, то понос, то золотуха. Ну, то есть, я имею в виду, что уже хочется как-то, как-то, чтобы ты пришел и сказал, вот завтра будет там дж. Что-нибудь, ну, так вот мы ему на это, мы ему давай на мы это. Его задушим. Мы ему на это everything can change. 5 минут, 13 секунд. Все может измениться. Все может измениться, называется. Вот. Но после лунного затмения, сказал бы он. Лучше вместо. Вместо. Like a mirror before me, echoes of the past.
Я представляю сегодня группу Mabel Greer's Toy Shop, английскую, которая образовалась в 66 году. Повторяюсь, потому что информации никакой о группе нету. Значит, я сказал, что организовали группу Клайв Бейли и Роберт Хаггер. А кроме того, с ними в группе были Питер Бэнкс и Крис Сквайр. В то же время оба они играли в группе Син, которую мы тоже уже вам ставили, предлагали. И в этот же период Крис Сквайр как-то познакомился с Яном Андерсоном в клубе, где тот работал уборщиком, и перетащил его в группу Mabel Greer's Toy Shop. И вот такой был состав. То есть три человека, которые потом в будущем образовали группу Yes. И сейчас мы будем слушать песню Beyond It Before, которая была на первом альбоме Yes. Написали ее Бейли и Сквайр. И причем на альбоме Yes сохранено авторство именно так Бейли и Сквайр. Вот за что им респект уважение. И уважуха. Да. Так что... Time like gold.
Страницы настоящей истории. Журнал «Ваш тайный советник». Знаете ли вы, что в конце 18 века в гвардейские подразделения был введен жесткий отбор по строго определенному экстерьеру? Согласно новым правилам, в Преображенский полк брали только самых высоких и русоволосых, в Семеновский – исключительно блондинов, тогда как в строю Измайловского под ружьем стояли гвардейцы-брюнеты. Павловский же полк состоял из сплошь рыжих и курносов, то есть похожих ликом на самого царя, который питал особую страсть к вооруженным силам и даже лично придумывал образцы униформы для своих солдат. Император Павел I. Страницы настоящей истории. Журнал «Ваш тайный советник». Уже в продаже. Реклама. Блюз. От истоков до наших дней. В программе Алексея Рыбина «Блюз-бизнес». Понедельник и суббота в 9 вечера на Фонтанка-ФМ. Фонтанка-ФМ представляет «Дневной сеанс» с кинообозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы, великие имена и восходящие звезды, а также гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера в программе «Дневной сеанс». Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу в 16:00 в эфире радиостанции «Фонтанка-ФМ». Телефон рекламной службы «Фонтанка-ФМ» в Санкт-Петербурге 331-33-44. Волшебные сериалы продолжаем, и у нас продолжаем, начинаем с приятного этот отрезок времени. Да, очень. Приятного. У нас есть слушатели, есть постоянные слушатели, мы их очень любим. Есть у нас такой замечательный, добрый К, мы его просто обожаем. Он, во-первых, пришел сегодня с пирогами, это очень приятно, потому что это очень по-домашнему. Дело не в том, что пироги мы съели, конечно, частично там осталось, так все косятся туда, но это ладно. Дело-то не в пирогах, дело в том, что отношения, оно же через пироги, вот самое-то главное, отношения, это же вот это чувствуется. А у нашего замечательного доброго КА, как мы все тут его называем, поэтому имею право именно так сказать, Андрей, конечно, он прекрасный человек, у него есть сын, сыну сегодня исполняется 33 года, сына зовут Александр, тоже он у нас в чате здесь периодически, как говорится, нарисовывается, вот теперь вы молотите. Вот всячески присоединяемся, и что самое главное, самое приятное, самое кайфовое, что он этот торт, если я не ошибаюсь, вез из самой Африки. Это пирог... Да ты чё? Ты с ума сошёл? Да. Мне кажется, да. Нет. Нет? Это что? Да. Я-то думал, это такой специальный пирог африканский. С яблоками. Откуда же там, в Африке? А все может быть. А что там, кстати, растет вот так? Баобабы. Баобабы. Ананасы. То есть ничего там нет. Кокосы. Да нет, там много чего есть. Пирог с кокосом. Да, но мне... Видимо, как я вошел, мне показалось, потому что он звонил мне по телефону тут недавно. Ты отвлекся от поздравления. Ну, подожди, мы поздравляем. Человек уже интересный теперь, все же потом будут спрашивать. По телефону позвонил и тоже поздравлял меня, между прочим, тоже с днем рождения. И сказал, что вот он говорит, я из Африки, мол, тебя поздравляю. Я вот это, да. Вот из африканской, вот из той, из баобабов там этих. Из африканской Африки. Да. Мне всегда баобабы представлялись бессмысленными деревьями. Мне дуб как-то ближе. Я серьезно, я... Короче, понимаю, сейчас... Дуб, он как-то мне понятнее. Сейчас о прекрасном. Лукоморье, дубти, вот баобаб. О прекрасном. Ребят, вы извините. Об Александре и его взрослому такому возрасту уже. Ты скажешь об Александрии. Об Александре. Город такой. Об Александре и его таком совсем взрослом возрасте. И начале настоящей, уже совсем-совсем хорошей, правильной жизни ставится, соответственно, песня, который называется «Гений» или «Genius». 58-48 секунд. Как это? С днем рождения! 5 минут 48 секунд. Я говорю, не доспал я сегодня. Не доспал, не доспал. Ну, маленький ребенок.
way before the time has come. Some make a difference, some make history, but behind that smile life's a mystery. The great Фонтанка FM, волшебная нетериадная. Продолжаем. Еще раз, Александр, с днем рождения. Присоединяйтесь. Днем рождения. Эта песня звучала для вас. Это был джингл. Да. Ну, после песни. Да. А сейчас опять Мейбл Грирс, Той Шоп. Группа, которая
выходцы из которой образовали группу Yes. Состав группы на сейчас, на данный момент, которая записала именно этот диск. Клайв Бейли, лидер гитара-вокал, Роберт Хагер, барабаны, Хьюго Барре, бас-клавишные, Билли Шервуд, знаменитый, который принимал участие в нескольких альбомах группы Yes, клавишный бас-вокал, и Тони Кей, не надо представлять, клавишные. И сейчас будет песня, которая вот хит, который... Хит-хитовский. Который нужно будет обязательно продвигать на радио. Я так считаю. Послушайте, присоединитесь или нет. Опять же, решать вам. Называется эта песня «My Only Light», «Мой единственный свет», 3 минуты 17 секунд. Да, хит? Ну, хит, безумный хит, а времени-то все мало, а быстро скажу состав и погнали. Хасе Фрюберг, вокал, гитара, Антон Линдсё, написано прям, лидирующая гитара, все правильно, вот, Ола Странберг, Ола, замечательное шведское имя, много знаю людей с именем Ола, на барабанах играет, Кейл Харлотсон на клавишах и Томас Томпсон на бас-гитаре. А песенка длинненькая, она может не поместиться чуть, но это не важно. Подзаслушайте в другом месте. In the warmth of the evening. 10 минут 42 секунды.
before I'll be back home tonight. Hardly alive since I've had the time of my life. In the warmth of the evening,
to Internet Radio Funtanka FM. Привет! Это наши голоса, Влада и Игоря. Привет из прошлой программы, из позапрошлой даже. Ставим вам Нила Морса нового, огромную вещь на 26 минут 44 секунды. Life again. И до скорой встречи, Агим. До свидания. Пока. Thank you.
called me forth amid the waves and wayward waters. That kind of trust I've never found. I always wind up sinking down. Was I really dead and at the bottom of the ocean? Stay the course, I heard you say. But all I saw was the long way down. Now I feel like I'm alive again. Spread my arms upon the open wind. Yeah, I feel like I'm alive again. Crashing waves like breath upon my skin.
locks on a box, holding inside the face in the mirror, seems to disguise the boy at the door. Who I was before is more than I'll ever be. The sun kissed the day, I was well on my way. I'd love to just love you, but I've no time today. The man that I saw, who could stand on the sea, was more than I'd ever be. From the sad side, no chance.